друзья, напоминаю, подсказываем, поддерживаем наших бойцов. Весовая категория 85 килограмм. Аплодисменты ребятам. Правило К1. Разрешены удары коленом, локтем. Работай правой больше, лобол. Пошел, правой, правой. Смотри, руки опускай. Руки опускай, лови, лови. Работай, давай, давай, работай, работай. Не дерзи. Хорошо, молодца. Молодец, давай, давай. Давай, хорошо, пошел. Ты давай. Хорошо, пошел, пошел. Работай, работай, работай. Молодец, молодец. Работай, работай. Напоминаю, вы не в театре, не в кино, а вы на бойцовском турнире «Славянский кубок». Поддерживаем наших бойцов аплодисментами. Активнее, активнее поддерживаем. Молодцы! Молодцы! Медали работают, медали работают, медали. Руки блин, нормально. Дали работают. Давай, давай! Пошел, пошел, пошел! Берем, учимся у молодого поколения, поддерживают бойцов как могут, подсказывают правильные удары. Первый нокдаун. Молодец. В рамках правил три нокдауна за бой приравниваются к нокауту. Досрочной победе в бою. Держи дальний. На пол дальний держи. Хорошо! Пошел! 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 Напоминаю, красный угол ритма. Дмитрий Ермаченко, город Новополоцк. Боевое прозвище Ермак. Паутина. Синий угол ринга. Максим Батурко, Докшицы. Дальний держи. Хорошо, поймал, поймал. Устань ноги. Давай, работай, Новополоцк. Давай, 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 пошел, давай. Мне кажется, но бойцы ждут вашей поддержки, ваших аплодисментов. Тогда они реально пойдут в бой. Дальний держи. Друзья, второй раунд. Весовая категория 85 килограммов. К1. Аплодисменты нашим бойцам. Поддержим, подскажем, что делать такие. В этой весовой категории каждый удар чреват. Если удачно попасть, то можно выключить свет своему сопернику. Поддержим, поддержим наших бойцов. Не забываем про поддержку. Можно разделиться. Синий угол, Докшицы. Так и кричим. Докшицы. Красный угол, Полоц. Паутина. Можно кричать паутина. Посмотрим, у кого больше болельщиков. Ноги включай. Очень хорошо поболели. Мне кажется, что у Докши сейчас больше болельщиков. Кто болеет за паутину? Ноги не дашь подойти. Бойцы ожидают ошибку, ищут ошибку своего соперника. Ноги.
Бойцы надеются закончить этот раунд одним ударом. Выжидают и смотрят на своего соперника, ждут ошибку. Давайте подкинем немного адреналина в кровь. Полоцк, Докшицы. Смелей ногами, смелей. Смелей ногами, видишь, что поменялось? Смелей ногами, ногами смелей. Смелей ногами. Лобок, 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 лобок. Хорошо, у тебя ж ножки тоже будут. Лобок дает. Весовая категория 85 килограммов, К1. Поддержим наших бойцов аплодисментами. Болеем активно! Жесткий акцентированный удар, попадание в область корпуса и очередной нокдаун. Спортсмену дается 8 секунд на восстановление. Если он готов продолжать поединок, то дальше смотрим. Давайте поаплодируем мужеству и стойкости бойца из Докшицы. Максим Батука. У парня точно большая воля к победе. Ножками держи. Переднюю ногу включай. Удар коленом в прыжке. Арсенал кикбоксинга. Довольно интересное, необычное движение. Эффективное, но много не дошло до цели. Заключительный раунд. Спортсмены активировались. Давайте поддержим. До конца поединка осталась минута. Поддержим спортсменов. Спортсмены поактивнее. Последнюю минуту проявляется воля к победе. Каждый спортсмен все должен выложить. Напоминаю, синий угол паутина. Синий угол Докшицы. Красная паутина Новополоц. Именно в эту минуту проявляется характер воли спортсмена. Правый ногой встречай. Ниже, ниже, бросить колено. Давай. Осталось совсем немного времени. Давайте поддержим наших бойцов для активных действий на ринге. Бросить колено, ниже колено. Правый ногой, правый. Правый ногой встречай, встречай. Правый ногой, правый, ты не левый. В этом бою победу одержал представитель красного угла Дмитрий Иванченко.